На нашем канале. Каким настроением встретит нас осень во вторник, 9 октября? Об этом наш выпуск прогноза погоды. Поделиться с вами информацией о синоптических данных буду рада я, Олеся Вайнер. Итак, в ближайшие сутки на территории Украины будет наблюдаться ясный небосвод и сильная облачность, что местами повлечет за собой осадки. Средняя дневная температура воздуха по стране плюс 15 градусов. Далее детальнее о погоде в каждом из регионов. В центральной Украине суточные температурные показатели составят от 8 до 17 градусов тепла. Облака над Полтавой, Черкасом и Кропивницким то и дело будут расходиться и вновь собираться на протяжении всего дня. Последним утром пройдет дождь. На юге страны термометры в течение суток покажут от 8 до 20 градусов со знаком «плюс». Над Херсоном небо останется чистым с ночи до позднего вечера. В Одессе в утреннее и дневное время предвидится легкая облачность. В Симферополе облака пробудут до захода солнца, а после покинут городской небосвод. Осадка в городе не прогнозируется. Начиная с 2000 года, 9 октября в Украине отмечают День риэлтора. Профессиональный праздник людей, которые занимаются посредничеством при заключении купли-продажи, аренды коммерческой и жилой недвижимости. Легкого общения с клиентами вам, господа риэлторы, и успешных сделок. А мы возвращаемся к прогнозам. В Западной Украине температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах 7 и 16 градусов выше нуля. Серые тучи покроют регион практически на весь день, лишь в Ивано-Франковске в обед. И в ровно вечерние часы возможны кратковременные просветы. Также здесь выпадут осадки в виде дождя и тумана. В северной части страны минимальная ночная температура воздуха плюс 8, а максимальная дневная достигнет 14 градусов тепла. Ночь здесь пройдет под пасмурным небом. В Сумах в это время опустится туман. Прояснения на северном небосводе появятся лишь после обеда. На востоке Украины в этот день ожидается переменная облачность, а из осадков только туман, но, конечно, не во всех восточных городах. Местные термометры в течение суток покажут от 5 до 20 градусов выше нуля. Атмосферное давление составит 769 миллиметров ртутного столба. Самый высокий уровень влажности предполагается в ночное и утреннее время 90%. Скорость северного ветра от 2 до 6 метров в секунду. А сейчас подробнее о погоде в восточных областях. В Луганской области ночью на термометрах можно увидеть 5-6 градусов тепла, а днем прогнозируется 19-20. В Северодонецке небо будет ясным в ночное и вечернее время, в Луганске и Алчевске до обеда предвидится сильная облачность и туман. После солнце не смело покажется из-за облаков. В Донецкой области ночные температурные показатели составят от 5 до 10 градусов тепла. В полуденные часы они будут колебаться в пределах 19 и 20. Жителям Донецка и Мариуполя метеорологи пророчат солнечный день. В Славянске в середине вторника возможна переменная облачность. В Днепропетровской области после полуночи ожидается 6-7 градусов тепла, в дневное время 19-20. Павлоград облака будут обходить стороной в течение целых суток. В Днепре и Кривом Роге только начало дня выдастся ясным. К обеду в этих городах предвидится легкая облачность. И о прогнозах синоптиков для столицы Украины. При суточной температуре воздуха от 9 до 12 градусов тепла второй рабочий день на этой неделе Киев начнет под пасмурным небом. К полудню столичный небосвод значительно посветлеет. Осадка в городе не прогнозируется. Вот такой погода будет во вторник, 9 октября. Не пробегайте мимо чарующей красоты осени, насладитесь ею сполна. А я прощаюсь с вами. До встречи в нашей студии.